Прочные отношения с зарубежными партнерами и привлечение инвестиций в Молдову – это главные темы переговоров Майи Санду с дипломатами, аккредитованными в нашей стране. Согласно сообщению партии «Действия и солидарности», на встрече с румынским послом Даниэлом Ионице Санду заявила, что Бухарест всегда оказывает помощь, поддерживая Кишинев в сложные времена. Также отмечалось, что необходимо возобновить инфраструктурные проекты, в том числе в сфере энергетики. В среду Санду встретилась с послом России Олегом Васнецовым. Она подчеркнула, что намерена развивать отношения с Москвой. Говоря об экспорте молдавских товаров, избранный президент выразила надежду, что аннулирование таможенных пошлин для некоторых категорий будет продлено. В разговоре с Дереком Хоганом Санду поблагодарила американские власти за поддержку. По ее словам, США являются надежным партнером Молдовы на пути к строительству правового государства, повышению уровня жизни и соблюдению прав человека. Также будут развиваться отношения Кишинева с Евросоюзом. На встрече с послом сообщества Петером Михалко Майя Санду заверила его, что приложит все усилия, чтобы наша страна обсудила новую повестку ассоциации с ЕС.